Всем привет, ребят! Сегодня у меня мукбанг, не до мукбанг. Тут у меня борщ. Просто решила поужинать и снять видеовлог снова. Вот. Сегодня хотелось бы рассказать вам... Ой, господи. Так, только не говорите, что я расчесываюсь тут и косы плету за столом. Просто надо убрать волосы. Я не люблю, когда я там ем, допустим, а они лезут мне тарелку. Все, я как лысая. Так, все красивенько сделали. Вот, хотела немножко поговорить о снах. Для кого эта тема тоже интересна, можете оставаться. А для кого нет, придется выключать, потому что сегодня будет о снах. Просто сегодня мне приснился такой, ну, я даже не сказала бы, что он мне приснился. Потому что я сама не поняла. Такое было впечатление, как будто я нахожусь где-то в какой-то реальности, что это не сон, что это какой-то там, не знаю, может, астральный выход или что. И вот, сейчас. Надо подальше поставить, наверное. Блин, это надо было настраивать, еще не снимая. А то я начала снимать, все, пошли настройки. И как-то непонятно, да, такой белый свет, как будто я бледная. Ну ладно. И вот, друзья, товарищи, был такой необычный сон. Назовем его сон, либо это был осознанный сон, либо какой-то астральный выход, я не знаю. Но что-то было такое вот очень нереальное. Половину я уже забыла, но в этом сне я четко понимала, что мне нужно его запомнить. Я это помню, что я пыталась запомнить каждый кусочек этого сна. Я фокусировалась прямо на событиях, которые там происходили. Я помню, что я видела какую-то больницу, какого-то мальчика, да. Вот на всем этом был фокус внимания. И я понимала, как бы в голове, да, разумом, что я должна это запомнить. Запомни, запомни вот так вот. Еще я помню, мне приснилось, что я как будто бы на руке держу золотую цепочку, он, правда, она тоненькая, вроде золотая, и рядом лежат сережки с такими фиолетовыми камнями. А потом я передвигаю фокус внимания, лежат вторые сережки, опять вроде как на руке вот так вот. И эти сережки тоже золотые, но они в виде крыльев ангела. Такие без камней, просто обычные. И я их так внимательно пытаюсь разглядеть, и мне почему-то очень сложно их разглядеть, как будто я трачу колоссальную энергию на это. Как будто я пытаюсь сфокусироваться и увидеть каждый кусочек на этой сережке. На. Вот. И я так сильно пыталась это запомнить, как будто мне это реально очень нужно. А, там были еще третьи какие-то сережки или что, но я уже не запомнила, к сожалению. То, что я запомнила, я записала. Вот. К чему это все? Это очень интересно. И мне интересно, опять-таки, к чему это все приснилось. В последнее время снятся какие-то необычные сны. Вообще они какие-то неординарные. И позапрошлый сон я вообще даже, ну, не буду его рассказывать, потому что он был ужасный. А сейчас буду рассказывать. Я так не умею, как мукбангеры, чтобы есть. И... А я записываю вообще? Господи. Вроде записываю. Чтобы есть и рассказывать одновременно. Я не могу. У меня будет все лететь. У меня не будет это эстетично выглядеть как-то там. Это получается, я должна жевать и рассказывать, да? И как? А вдруг я подавлюсь, и что-то со мной случится, и это запишется на камеру. Позорище, блядь. Не зря мне сны такие снятся. Вообще, мне писали там в Инстаграме, типа, я спрашивала ваше мнение, да, подписчиков, к чему это может быть. Мне всегда интересно мнение других людей, чтобы собрать всеобщее мнение. Вот кто что пишет, кто там, может быть, это даже там ты встретишь кого-то там мужчину, да, например. Либо же
прибыль финансовая какая-то может быть как вариант, если это интерпретировать как сон, да, который значащий. Блин, господи, да что у меня с этой. Не могу. Вот это вот, капец. Все. Отбой. Ладно, шучу. Если рассмотреть это как будто просто сон и что-то значит, тогда это можно, конечно, рассмотреть в плане какие-то финансы, да, там, допустим, может быть, подняться по карьерной лестнице, либо же там какой-то проект продвинуть, где-то получить какую-то финансовую выгоду. Это может вполне означать. Покашляла немного. Вот видите, я не могу снимать так, чтобы есть, жевать и разговаривать. Я начинаю кашлять, там, давиться, блин, все остальное. Это не для меня, походу, мукбанги вообще. Если рассматривать это с точки зрения встречи партнера, может быть, еще, да, такое. Но где я могу встретить партнера? Я сейчас никуда не выхожу особо. Но это разве что может быть весной. Встретить кого-то могу. То есть, когда начну куда-то выходить, я сейчас больше там работаю, учусь, да. У нас такая погода нестабильная, не особо хочется где-то лазить. Это вообще такое. И вот, просто дело в том, что когда-то... Ладно, попытка номер два. Есть и разговаривать. Мукбанг, мукбанг. Вот, когда-то мне снился сон, что мне подарили красивое кольцо в коробке красивой. Большая коробка такая была. Вот. Подарили кольцо. Потом снился практически за ними же, что мне подарили цветы. Вот. Были подозрительные знаки, сердечки там какие-то. Где-то через месяц, через два я встретила молодого человека. Вот. После этих снов. Ну, я тогда интуитивно даже понимала, что возможно это к этому. Но не планировала никого встречать. Так как-то само собой получилось. Но когда мы с ним и разошлись, тоже были сны соответствующие. Ну, я не буду сейчас, конечно, углубляться, какие именно были сны. На данный момент, сейчас я понимаю, что они были абсолютно вещи. Они даже ничего не значили. Как бы их не нужно было разгадывать, как какой-то ребус, да, там, ходить по лабиринту. Они просто были вещами, и все. И вот, сначала я думала, что это какое-то кинокрутство в моей голове, поэтому мне снятся соответствующие сны. И я их абсолютно не принимала во внимание. Но позже я поняла, что это были вещи, сны, и они мне просто не то что говорили, они мне кричали об этом, понимаете, кричали. Ну так вот. А как вот сейчас будет, я не знаю. Посмотрим. Я вам рассказала, да? Я там записала, я в Инстаграме обсудила. И посмотрим, что будет дальше. Будет ли вообще что-то там. Дальше оно должно быть по-любому. Потому что обычно такие сны не остаются без внимания. И они что-то да обязательно значат. Короче, ребят. Я снимаю? Да. Да. Короче, ребят. Я буду заканчивать, потому что с меня мукбангер никакой. Я не могу разговаривать и кушать одновременно. И начинаю кашлять, блин, давиться. Вообще не получается у меня. Поэтому я доем уже, пожалуй, наедине. Сейчас смонтирую видео, загружу его в YouTube. А вы смотрите. Подожди, а вы смотрите, это же конец видео. Господи, логика ноль. Если вы досмотрели до конца, спасибо вам. И пишите свои комментарии, потому что мне интересно. Мне вообще данная тема интересна. Кому интересно, кто просто заглянул, подписывайтесь на мой канал. Будем общаться и интересные ролики выпускать. Все, короче, всем пока.